хочешь встретиться с настоящим гроссмейстером? Конечно, очень хочу. Я на него поставил, а он проиграл. Как этот мальчишка его обыграл? Отдайте деньги, я выиграл. Тебе показалось. Сперва найдешь жилье, подыщешь работу. Потом мы к тебе приедем. Тогда мы снова будем все вместе. Франция! Зидан, я встречусь с настоящим шахматным гроссмейстером. Я очень хочу быть чемпионом мира. Всем выйти! Я ненавижу счастливых людей. Все хорошо? Да, он бывает рисковат. Первая жертва. Он мрачноват и строг. Я тебя прихлопну, понял? Попробуешь подсказать, и ты труп, башка моллюска. У моллюшков нет башки. Ну что ж, теперь ты мертв. Он злой, я не хочу с ним играть. Но вы поладите, он еще многому тебя научит. Почему вы просите убежище во Франции? У тебя есть документы? Не волнуйся, Фахим, все будет хорошо. Попробуй лучше поиграть в футбол. Он сложный соперник, но если хочешь достичь вершины... Я его порву! Мой вопрос. Одному юному шахматисту из Бангладеш негде жить. Он нелегал. Здесь нет работы, нет джоб. А они с отцом подлежат депортации. Нелегал на чемпионате Франции? Дай ему шанс. Скажите, Франция – страна прав человека или просто страна, подписавшая декларацию прав человека? Я не мог сказать тебе правду. Я знаю, папа. Но врать плохо.